Представьте, вы сонный бредете утром в ванную, планируете почистить зубы. Но кое-кто против. Этот наглый, рыжий кое-кто и сам не прочь воспользоваться вашей зубной щеткой. И ладно бы почистить зубки. Нет, ему утренний массаж подавай. А то, мол, у него без массажа молоко не пьется, мышка не ловится. В общем, крокодил не ловится, не растет кокос. К финалу ролика этот любитель нежности и вовсе совершает стремительный прыжок на плечи хозяина и продолжает требовать массаж. Этот ролик уже посмотрели 150 тысяч пользователей. А вдруг среди них есть и коты? Ну как после этого идти зубы чистить? Ну что ж, зубы почистили, пора и завтракать. Но ребенок наотрез отказывается есть вашу овсянку и бутерброд. Ну так оно и понятно. Это ж так скучно. Вот когда вы в последний раз рисовали в тарелке у малыша такое вот чудо? Никогда. Так срочно садитесь, так сказать, за кисти и бумагу. И уже завтра ваши карапузы будут весело уплетать все эти ненавистные брокколи и куриную грудку. Да так, что за ушами будет трещать. Ведь искусство поднимает аппетит. Ну, поели, теперь можно и поиграть. Особенно, если папа для своей принцессы создал такую спальню. Для того, чтобы дочка могла ощутить себя в волшебном саду, папе пришлось сломать стенки, возвести новые, пересмотреть сотни мультфильмов про деревья, исполняющие желания. И все для того, чтобы дочка поверила в настоящих принцев. Правда, когда девочка подрастет, она узнает, что не все принцы одинаково трудолюбивы. Но это уже будет совсем другая история.